Що ти вичитав у нашій буквиці? У нашій буквиці? Так. А чому буквиці? Що? А чому буквиці? Ну, буквиці, тому що буквиця та, в якій проявлені боги. В принципі, в древні часи вона звалася буквицею часто. Хоча сама її власна назва – це Аум Ар-Асія. Ну, ти ж розумієш, чому названня Аум Ар-Асія? Від перших трьох букв. Да. Філософське значення, розумієш, Аум Ар-Ас? Начало прояснення істини. Начало істини прояснення. Іменно так. А, допустим, які є схожі приклади в інших алфавітах? Тобто? Ну, ти, допустим, знаєш, що футарк називається тоже по названню перших знаків, азбука, алфавіт, абетка, то есть некоторые реформаторы нашего алфавита даже предлагали назвать алфавит абецедло, хотя оно звучит как какое-то вообще быдло или что-то такое. Так что такие... Такие примеры, когда буквица, вернее, та или иная система письма называется по первым знакам, они очень распространены. Что ты вычитал интересного в буквице? Да много чего интересного. Все интересно. Ну вот если идти от начала, то что самое интересное ты для себя нашел? Я не знаю. Все интересно. Можно идти прямо по... Или, допустим, можно пойти не по интересности, а по непонятности. Все штуки, которые ты хочешь, чтобы я разъяснил по ходу текста, тогда ну, можно вытащить, я их буду разбирать на запчасти. Ну, він тільки для нас такая побудова. Ну, в смысле, для нас ты для кого имеешь в виду? Ну, там, не знаю, для аревичів, для дравидів, для білобожичів. А що іменно? Ну, така що побудова, що от початок, далі істина, далі прояснення. А, ти маєш в виду сам філософський строй Аум Ар-Асії? Ну, так. Саагас ти його дав як хранителям, первостепенным носителем и распорядителем славянам и непосредственно рахманской традиции путь Саагаста, но Саагаст эту письменность заповедал всем, в принципе, людям на земле, и мы можем по аналогии видеть, что та письменность, на основании которой была сделана Аум Ар-Асия, она была и у нас каменная могила, трипольская культура, мизинская культура. И в этой Франции, помнишь, я тебе давал текст, что там нашли таблички? И в Перу, и, то есть в других местах, то есть также ее некие рудиментарные знаки находятся в египетских иероглифах, на шумерских клинописных табличках, тартаревенчанские предметы. То есть это древняя-древняя письменность, которой пользовались в первую очередь аревичи, но аревичи давали право ею пользоваться и остальным в принципе. Ну, добре, мы можем просто по знакам піти відразу. Ну, там, Аум, Ар, Ас, Боги. Ну, давай то, что непонятно, ну, выковиривай, ну, будем грызть. Ясно, вести. Я не можу все-таки зрозуміти, які це знання, як вони, не знаю, можливо, якими там каналами. Ну це ж не ті, які чудіно бачать в столах і так далі. Це ж не вісті. А як же ж тоді пояснити? Ні, смотри, чудіно бачить підсознання. Чудіно дуже багато читає. Я Чудінова вважаю за його начитаність. В його книгах можна в кінці бачити список літератури, якою він пользовался, і видно, що да, він знаходить старинних всяких авторів. Причем Чудинов часто находит тех авторов, о которых я даже и не слышал. Основные, хотя там, допустим, тот же Потоцкий, там тот же Андреас Готлиб Манш, если касается рун ретры, то это очень известные авторы, и их, как бы, я считаю, должен знать каждый, кто касается вопроса славянской письменности.
Но Чудинов находит разных еще таких авторов, которые, ну да, понимаешь, в чем вопрос, что он начал это от скуки. Он сам рассказывал, что он изначально разгадывал кроссворды, и постепенно он перешел на то, а можно ли читать по методу Гриневича, и постепенно он создал свой метод на базе метода Гриневича, и он стал читать уже не только там, где написано, а там, где и не написано, и стал читать все, что попадет под глаз, так сказать. Но он читает только то, что уже загружено в его сознание. Если бы он читал вот как оно есть, то он мог бы в первый год прочитать какую-то надпись и все годы выходить в видеозаписях своих и говорить. Вот я не могу понять, как это так, я с этим не согласен, все не согласны, а вот это написано, и мог бы строить предположение, что это, наверное, в мифах так было, это, наверное, там как-то предки ошиблись, или это еще как-то так. А то получается, вот он для себя хоть чуть-чуть допустил теоретическую идею и возможность, что, например, славяне могли писать в палеолите, славяне могли писать там в других временах, когда, так сказать, не только письменности, но и славян не было. И тут же он читает, что вот эти надписи якобы есть. Идет дальше, он сделал какое-то предположение. Он это сам рассказывает часто, что вот он только... Правда, он это не так конкретизирует, но если его лекции смотреть хронологически, то получается, вот он определенные концепции высказывает. Можно на основании его слов приблизительно оценить, что делается в его сознании. Вот он все это высказал, и постепенно он говорит, вот это подтверждено надписями, вот это подтверждено, а через время говорит, о, уже и это подтверждено. Здесь это именно нематериальное знание. Вести — это именно нематериальные знания, они не связаны ни с подсознанием, они не связаны с начитанностью. Вести — это духовное знание, которое есть уже наше, и которое присуще каждой искре. В индусской мифологии это называется атман, то есть всепроникающее информационное поле такое, изначально присутствующее, которое, как и мы, не может быть ни уничтожено никаким путем, ни изменено ничего. В него может быть дописаны какие-то дополнительные данные, однако оно остается собой. Акаша хроника? Ну, это уже чуть-чуть приземлено. То есть Акаша, оно соответствует понятию, которое наши ученые называли ноосфера, то есть сфера сознания. Некое поле сознания, которое присуще, допустим, планете, или присуще какой-то стране, или присуще Солнечной системе, или присуще там еще чему-то большему. Однако это материально, это как интернет, только природный интернет. А вести — это именно наши знания, именно знания Всевышнего, это духовное. Оно не возникает при создании материального мира, оно не разрушается с разрушением материального мира. Оно просто себе существует. Ну и, например, что есть весть? Вести? Как они приходят? Или как выходить на канал вестей? Нету этого канала так вообще. А как тогда связываться и получать там вести и так дальше? Ну вот смотри, как можно привести пример, что вот строители строят дома. Но строят они это не в вакууме, не в пустоте, а строят всю атмосферу Земли, пронизывает воздух. И воздух так и остается себе воздухом. И построили дом, не построили. А когда построят, там создается уже какой-то свой, как бы, свои запахи в этом доме. Или благовоние, или может что-то завонялось где-то. И это уже как вот ноосфера, условно говоря, той местности. Однако сам воздух планеты, он как бы остается. Но все равно это сравнение относительно. А по сути дела вести — это, допустим, твое понимание тебя аз есть. Но ты понимаешь, что ты существуешь? Я? Ну да.
Ну, я понимаю, что я не существую, но с другой стороны, что я не существую. Нет, что я существую, а что там мои покрытия и так далее. Да их на свалку, но ты существуешь, ты себя как бы осознаешь. Это является одной из частей вселенского знания. И в принципе, с помощью Всевышнего, как сверхдуха или самостоятельно, мы можем эти вести брать и изучать, но для этого необходимо отрешиться от материального восприятия. Как только мы отрешаемся от материального восприятия, хоть чуть-чуть, мы сразу понимаем, что эти вести вокруг нас, и никто не запрещает, не надо никакой канал, бери, и даже брать не надо, то есть перемещать даже не надо, оно и так есть. Но как только возникают материальные какие-то восприятия и попытка по этим вестям, допустим, написать те же самые повести или заповеди, вернее, заповести, такая штука тоже была. Заповестями, как правило, называлось то, что вот какие-то мудрецы в медитациях получили, ну как даже не получили, а взяли, осознали, и они это пытаются как-то уже словами передать остальным. Это называлось заповести. Ну там, что такое заповеди, ты и так знаешь. То, что на ведах основано, на знаниях. Ну, где-то такие справы. Тобто потрібно отрешиться от материального восприятия. Ну да, это, значит, и отрешиться от вед, чтобы вести. В конце концов, да. Но вопрос в том, что веды, они сами-то подводят к вестям. И если хорошо разобраться и правильно осознавать веды, то в конце концов окажется, что это не веды, а вести. И они становятся ведами только в нашем материалистическом восприятии. Как нейроны? Рады. Это хорошо. Идем дальше? Идем дальше. Хорошо. Чем глаголи отличаются от рачи? Просто, что глаголи, то есть здесь можно разглагольствовать как угодно. А раньше это необходимо произносить божественную волю. Ну а почему вот образ глаголи «провозглашай веды истины»? Ну да, сначала «провозглашай веды истины», потом постепенно человек теряет понятие о том, что такое истина, по чуть-чуть теряет веды, и остаются пустые глагольствования вон того же Шемшука, у которого там рептилоиды с анунаками сношаются. Такого не было в истории? Они же контактировали? Я не свидетель, по крайней мере, их этим делом. Но глаголи добра, ну, как бы в связке. Изначально да, но все равно здесь, допустим, добра, если просто объяснить, что вот мясо дорогое, и поэтому не стоит его покупать, это тоже, эти глаголы также приведут тебя к добру. Но не обязательно тут я буду рассказывать о Всевышнем. Ты просто постепенно, как бы не распространяя энергию страдания, активируешь свои энергии, которые помогут тебе лучше включить мозги и понять, о, так а вообще добро это же от Всевышнего, и тогда же, чтобы это добро понять, то надо до него и направиться, так же ж. А раньше это... Ну, это только истина и ничего больше. Или как? Допустим, глашатай — это просто он что угодно мог кричать. Там пожар, пожар, мог кричать, бегать по городу, если пожар. А вот рциарь, то есть рекущий ревач, это тот, кто проповедует. Это проповедник непосредственно. Ну, потом проповедник не просто проповедник, а еще, поскольку в Европе завелась всякая зараза, то европейские проповедники совмещали функции проповедника и карателя, и ликвидатора всякой заразы. И не только физической, но еще и тонкоматериальной, какой только не хочешь. Есть и есть. Есть и есть. И есть и есть. То есть это как... Ну, не так, конечно, но можно сравнить с вестями и ведами. Ну, можно попытаться. А можно и не пытаться.
Ну вот здесь описано его. Я понимаю, да, но я вот хочу, чтобы... Ну то есть есть это Всевышний, а есть это искра его. Да. Ну так. И тогда в каких случаях есть, говорится, ну... Можно же просто сказать, там, колбаса есть вредно. Ну ладно, нет. Не совсем так. Слово «есть» в плане «поедать», оно чуть более позднего происхождения, и там ряд своих нюансов, хотя позднее даже изображение буквицы «есть» и изображение рта, как с языком там телепающимся, все это как бы смешивалось, и там есть много таких нюансов, однако изначально все-таки питаться, это там другие образы были. Да, я неправильно сказал. Ну там, то есть стол есть деревянный. Ну, вот там, и таким путем мы говорим, что стол по воле Всевышнего деревянный. А стол есть не деревянный? Ну я не являюсь столом, поэтому я то не есть, могу сказать, что стол есть. То есть есть применимо только когда мы говорим о себе? Ну да. Только в этих случаях? Ну... Если мы не разбираем какие-то диалектические, там всякие другие нюансы, изначально все-таки есть, мы можем говорить о ком-то, как бы его словами, таким путем говорить есть. То есть как он себя осознает? Ну что-то такое, да, как бы от него. Вот Заратустра, допустим, есть осознанная личность, он вот ко Всевышнему направлялся. Это будет полностью правильно, только когда мы к Заратустре направимся, промедитируем, качественно с ним сонастроимся, он пакет данных кинет нам со своими идеями, и потом мы уже поймем, что да, вот он такой великий человек все-таки. Вот не понимаю, вот Зимрая, почему только вот Зимрая, а если там Оревичи будут жить на какой-то другой планете через там 6000 лет? Ну и что? И она уже будет, ну как бы, управляться не Зимрая, а кем-то другим, то значит эта буква уже будет не актуальна или что? Не знаю, здесь зависит тоже от воли Всевышнего. А он Ар-Асию создавал не я, а создавал ее все-таки Всевышний. И создавал он ее не для тех Оревичей, которые будут жить на другой планете, а именно для нас, для наших предков и для наших потомков. То есть приблизительно на 17 тысяч лет. Я не исключаю, что через 17 тысяч лет он придет и скажет, вот вам там, допустим, 2 знака или 3 кнопки, поросята, которые остаются, вот жмите, там, хочу, не хочу, там, или как-то так. Потому что ты же знаешь, что деградация будет страшная после золотого вкрапления. Ну да. Правда, не сразу, поэтому можно будет еще и Ар-Асию, может, еще на 5000 лет оставить. Но потом уже будет что-то типа небольшого пульта, где будет написано «хочу», «не хочу». Ну вот так, то есть очень примитивно. И все. Вот, если это там проявление Нави в Яве, почему, ну, то, например, в Рарах или еще в других очень там высоких обозначениях либо Всевышнего, либо святых, либо богов, есть вот Гехеры? Есть. Ты знаешь, что Нави есть как низшая, так и высшая. И в каких-то высших вариантах Нави это просто новь. Это нечто новое, нечто неявное. Если мы явно не видим, допустим, какие-то проявления, которые постепенно осуществляются, если мы, допустим, можем смотреть на газовое облако и не видеть, что где-то в газовом облаке там все-таки есть Солнце, новый Феникс, который из этого пепла строит новую Солнечную систему, то в принципе Гехерев туда также уместно, как некое уточнение, что что-то там есть-то хорошее, ну непонятно что. Это не значит, что Чернобог там такой весь страшный, ну, вылазит.
А чем вот люди, да, от человека отличаются? В смысле? Ну вот люди это тоже что человек или как? Ну смотри, человек здесь как отдельная буквица не присутствует, и человек это как некое обозначение, что состоит из человек. А люди, ты видишь, здесь образное значение, как изначально тех, кто лад должны устанавливать. Но поскольку не всегда правильно, не всегда лад, то лад превратился в люд. То есть люди — это созидатели, это творцы, творческие личности. Ну а в каких случаях тогда употреблять людина, а в каких человек? Ну сейчас мы не говорим за употребление слов, сейчас я предлагаю все-таки по образам Аум Ар-Аси, чтобы не закапываться куда не надо, и чтобы конкретно по ней. А то Карослав придет, все-таки может быть, в этой жизни. И надо будет повторять все-таки рикту, чтобы переходить к твоей медитации. Да, вот мыслите, если образ мыслите, но обозначалось, ну, как бы, первоочередно от значков местности. Почему? Как? Просто так, потому что это был самый популярный вариант знака, обозначающего звук «мы». Варианты мыслёра или мыслисва, или там другие всякие мысли, мысляна и так далее, вот такие рунические, проторунические, протоумороссийские знаки, они присутствуют, их целая куча, однако их было огромное количество, и никто из них не был настолько популярным. А вот это в значении местности стало самой популярной. Ну просто убрали местность, поставили мысли. Все-таки же Саагас не ставил себе за цель сделать так, чтобы аревычи как-то там мозги поломали, пока будут гадать, почему, что и как. Выбирались также и самые простые начертания буквиц, чтобы не надо было долго мучиться. И масляная версия нарисования вот этих двух холмов вполне устроила Саагаста. Ну да, ну просто вот как бы видно связь там между мышлением, между мудростью, между маура. То есть, ну как бы не случайно это все. Ну допустим, относительно маура можно привести такое, что часто знаком маура использовались изображения кошачьих клыков. Может быть, еще из-за некой схожести знака мыслить.